Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про очень важную тему. Это в World of Tanks, наверное, одно из важнейших, чтобы играть в игру с удовольствием и получать как можно чаще хоть какой-то кайф от игры, а не только негативы и гореть. Да, странно слышать это от меня, но проделал огромную работу с выбором серверов. У меня получилось хотя бы через раз получать реально удовольствие и кайф от игры. Это уже хоть какой-то успех поскольку последние несколько лет такого вообще в принципе почти никогда играешь, просто день за днем в помойку, а промежутков никаких нету. То есть хотя бы чередовалась помойка, не помойка, просто перманентная помойка. И вот годы идут и думаешь, а нафига ты в это играешь? Но сделал огромную работу по выбору серверов, какой сервер, в какое время, в какие дни, чё, почему, да как. Я пришел к выводу, что все же это очень важно. И вы были правы, те, кто говорили поменять сервер. Когда я стримил, у меня не шла игра. Так что выбор серверов это очень важно. В последнее время картошка лагает, особенно вечером, просто все дергается и глючит. Вроде последние пару микропатчей стало получше, но вечером играть было невозможно, поэтому если я хотел поиграть вечером, я заходил на третий сервер, поскольку это немецкий сервер, а все остальные сервера российские. Поэтому на третьем сервере глючило меньше, я играл вечером на нем. Если еще раз такое повторится, то имейте в виду, что это единственный не РУ сервер. Еще там 10 и 11 это Казахстан, Узбекистан. Про них я ничего не знаю, поскольку там очень высокий пинг, я играть там не могу вообще. Даже не могу проверить, что там да как. Про них ничего говорить не буду вообще. Это вы мне в комментариях можете написать, как там играется, поскольку я на них даже не играл. А если попробую, не смогу там вообще сыграть в бою, у меня танк будет зависать. Грубо говоря, я играю сервера с 1 по 8. Вот они мне доступны, я буду говорить за них. Итак, начнем с того, что, казалось бы, выбирай любой сервер, на котором пинг получше, там и играй. Какая разница везде картошка. Но на самом деле нет. На каждом сервере разный онлайн. Где-то меньше, где-то больше. И как ни странно, это очень сильно влияет на игру, поскольку чем больше танков, тем больше выбор в очереди для балансировщика. Тем адекватнее он может собрать бои. Чем меньше танчиков, тем меньше выбор. И он собирает, что есть там вообще вот. Скудный выбор. То и кинул. Да, по сути, главная задача балансировщика что? Как можно быстрее собрать бой. Поэтому он, в принципе, всегда берет, что попало. Но когда онлайн побольше, адекватность хоть примерно прослеживается. Балансировщик старается хотя бы взвод поставить напротив взвода, тяжей напротив тяжей и так далее. А когда онлайн поменьше, он собирает черт что. Полнейшую ересь. И адекватность в боях, она и так-то не очень высокая а при низком онлайне она вообще падает ниже плинтуса. Плюс еще, когда онлайн низкий, количество арты в бою в каждом увеличивается в разы. Грубо говоря, каждое утро в нормальное утро, не в 12 часов, а в 7, 8, в 9 часов утра, вы можете 3 часа подряд играть 3 арты каждый бой. Максимум там, если повезло, 2 будет. Почему так происходит? Артоводы дольше сидят в игре, они реже из нее выходят, Поэтому, когда онлайн уменьшается, соотношение Арты ко всему онлайну в игре, он вырастает. То есть, грубо говоря, когда онлайн большой, я от балды цифру скажу, допустим, Артоводов в игре онлайн процентов 15 пусть будет. А вот, когда онлайн падает ниже 100 тысяч, процент Артоводов на этот онлайн составляет там процентов 40, допустим. И получается, что балансировщику из очереди приходится брать в каждый бой арту, потому что ее очень много, ее надо куда-то пихать. Поэтому каждое утро ты заходишь на любой сервер, и пока онлайн не поднимется, сосешь беспрерывно с артой. И такое уже происходит на протяжении последнего года. Раньше такого не было, но раньше и онлайн был больше. Я любил играть утром, сейчас я ненавижу играть утром. Это жопа, жопа с беспрерывной артой. Если прям уж сильно не втерпешь поиграть утром, Второй сервер, это сервер с самым большим онлайном, там не так душно, но все равно заметно, что хуже ранним утром, чем когда онлайн поднимется часов в 10-11, в игра становится намного лучше. Прям заметно в разы, поэтому до пол одиннадцатого примерно, игра напоминает огромную жирную жопу цвета арты, с небольшим просветом на втором сервере. Теперь объясню свою логику, почему артоводы сидят в игре дольше и реже из игры выходят. Поскольку на арте практически невозможно сгореть. Это самый приятный и простой класс техники. По сути, можно играть одной рукой. Тем более сейчас еще и трассера сделали такие, что они вылетают не из того места, где ты стоишь, не из того места, где ты стрельнул, а где-то примерно из этой области. Так что людям, которые на арте даже не переезжают, им сделали какую-то еще поблажку. Сделали игру еще казуальней. Также на арте можно в принципе играть одной рукой. Смотреть на втором мониторе сериал. Или стрим, или видос, или фильм. Что угодно. А на первом мониторе просто сидишь одной рукой и клацаешь. Тебе всего лишь нужно нажать выстрел. Когда кружочек свелся. Если ты нормальный адекватный игрок. Конечно ты вряд ли на арте будешь играть. Но очень легко заранее сводиться в то место. Где все в основном сражаются. Карты коридорные. Все дерутся в одном и том же месте. Ты просто в начале боя туда уже заранее свелся, только танк появился, ты уже стреляешь. Ты уже на первой минуте нанес 500 урона. А если там несколько танков, то там может и почти 1000 быть. А если будет пробить, а то вообще капец. И просто сидишь туда, клацаешь мышкой. Все. Приехали ЛТшки, тебя убили? Ну убили. Ты сидишь, сериал смотришь, тебе насрать. Не приехали, не убили, ну ты стоишь весь бой, клацаешь мышкой. Иногда там раз в год посмотришь на миникарту, если тебе фланг какой-то продавили, ну чуть-чуть переехал. Все. Ноль напряга, не надо потеть. Попадание, рикошет. Ты ничего этого на арте не слышишь. Ты просто стоишь и клацаешь мышкой. С наносишь урон больше, чем прямыми. Гениально просто. При этом на арте, чел, который не особо умеет играть, показывает игру не настолько заметно хуже, чем статист, играющий на арте очень хорошо чем если бы это сравнение происходило на нормальных танках. Рак на нормальном танке ⁇ это прям вообще ужас. А статист ⁇ это прям божество какое-то. А на Арте ⁇ Рак ⁇ это человек, который просто, возможно, не так быстро и вовремя куда-то переводится, и все. А так просто они оба сидят, ждут, когда кружочек сведется и выстрел нажимают. Может быть еще слабый игрок на арте там каких-то вещей в игре не понимает, да и насрать. Танчик засветился, мышку подвинул, кружочек свелся, ЛКМ нажал, все. Как можно от этого сгореть? А вот на нормальном танке тебе надо доехать до позиции, не соснуть на перекатке, не сдохнуть на дисбалансном респе, навестись, свестись в уязвимую зону, нажать выстрел, услышать попадание, рикошет, попадание. Рикошет, не попал, не пробил Потом-то на 399 выстрел Наконец-то пробил Уже бой закончился А на арте ты с респа просто клац-клац-клац-клац Тебе насрать, вообще попал ты, не попал у тебя сплэшем урон даже больше, чем прямым Невозможно сгореть Ну и удовольствие, я не знаю, как на этом получить Только если ты сидишь Смотришь параллельно какой-то фильм Но ты будешь получать удовольствие от фильма Лично я артоводов не уважаю Их нахождение в игре Не понимаю смысла никакого они в бою не несут. И основная суть выбора серверов заключается в том, чтобы в бою почти не было арты. Это самое основное. Но иногда еще балансировщик начинает подкидывать карте пачку ЛТшек или десяток ПТшек. И такие бои идут по КД. Вот для этого и выбирается сервер, меняются сервера, чтобы такие бои не собирались. Это самые конченые бои. Также еще что хочется сказать. Статисты, если долго за ними наблюдать, у всех в основном скрыты сервера. Закрытые там квадратики они понарисовали у себя в ВБС, чтобы никто их не стрим снайперил, не мешал им играть. Но если долго за ними смотреть, в принципе можно понять на каких серваках играют они. И почти в основном все они играют на одних и тех же серверах. Второй и восьмой. По сути еще иногда можно поиграть на пятом, но через раз. Очень такой нестабильный какой-то там бешеный сервер. И иногда на третьем. Германский сервер как-то там более-менее поадекватнее смотрится. Но самые лучшие по факту, и все стримеры в основном на них играют, второй и восьмой. Раньше были самые популярные там с кучей стримеров сервера, это шестой и седьмой. Сначала седьмой, потом он превратился в какой-то мусорник. Туда пришли в тупо все. Все поняли, что там в основном вся движуха. Засрали его, превратили в какую-то задницу. Потом на шестом мы надо начали играть. Вот сейчас в основном играют второй и восьмой. И не просто так. Это самые лучшие и приятные сервера в игре World of Tanks. Когда игроки засрут их, неизвестно, до какой поры они будут нормальными. Но опять же, у некоторых на восьмом сервере большой пинг, они боятся играть с большим пингом. Но большой пинг это не самая большая проблема в игре. Единственное, что вы из-за поворота, когда быстро выезжаете и прям, если сразу стрельните, скорее всего будет рассинхрон и снаряд полетит мимо прицела. Но если вы играете с пингом там 80 и не будете стрелять прям с ходу с лету, то вы даже не заметите, что у вас какой-то там пинг. Картошка не особо это быстрая игра. Но с маленьким пингом, конечно, да, играть приятнее. Но если пинг в пределах там 80, еще более-менее как-то играть можно. У меня на восьмом сервере пинг 80. Очень редко бывает рассинхроны если прям уж вообще очень неаккуратно из-за поворота сходу стрельнуть. А так проблем не бывает вообще, в принципе, никогда. Причем фишка еще в том, что сервера, они не целый день в каком-то нормальном состоянии. Допустим, на восьмом сервере, когда утром поднимается онлайн, ближе к 11 часам, можно несколько часов хорошо поиграть. Потом рандом снова какой-то душный становится на час, на два. Потом опять можно поиграть. И вечерком, там часов в 5, тоже на восьмом сервере можно нормально поиграть. Поэтому игра World of Tanks напоминает беготню между вторым и восьмым сервером. Целый день туда-сюда скачешь. Также, если по какой-то причине игра не идет вообще ни на каком сервере, и бои прям жопные, балансировщик собирает какую-то фигню, либо очень много арты, либо вот эти замечательные бои, где 3 арты, 2-3 ЛТ, еще штук 5 ПТ, и в итоге нормальных танков в бою почти не существует. Если вам по КД вот такой балансировщик собирает, значит вы играете в жопе в какой-то. И даже если это второй или восьмой сервер, тогда придется и по всем серверам бегать, и, возможно, вы найдете на каком-то сервере, где можно поиграть. Потому что такое бывает. Но я вам скажу, в какие дни такое бывает. В понедельник. Не знаю почему, но уже примерно полгода, буквально каждый понедельник, играешь как в каком-то дурдоме. Нулевейшая адекватность в бою на любом сервере. Хоть ты их миллион переменяй, что там после воскресенья с танкистами в понедельник происходит, я не знаю. Может они там экзорцистов вызывают после бурных выходных или фиг знает. Нулевая адекватность. Поэтому в понедельник лучше вообще забыть, что танки существуют. Еще, когда включают линию фронта? Чуть ли не всю неделю играть невозможно. Примерно под конец недели, там в четверг, в пятницу, рандом немножко отпускает, когда уже там в линии фронта люди нафармились. И в выходные опять дурдом. Потому что начинают играть в линии фронта те, кто всю неделю работал. Видимо, это так работает. И в рандоме снова начинают играть только какие-то странные челики. То есть нормальных людей в рандоме не остается. И играть там не с кем. Адекватность нулевая. А когда нет адекватности, нет логики в боях, то они нормальные точно не будут. Поэтому когда линия фронта каждый раз включается, первые несколько дней, там понедельник, вторник, среда, Дня три вообще лучше даже не заходить в эту парашу. При этом еще у каждого человека есть какие-то свои любимые сервера. И они может быть и меняют сервера, но между ними. Я так тоже делал и поэтому у меня несколько лет игра была конченная. Вообще без промежутков, просто практически всегда конченная. Очень редко я играл нормально и реально получал удовольствие. Но как только я забил на свои какие-то любимые и нелюбимые сервера, а в какой-то день взял просто и по всем прошелся сервера. Нашел сервер, где прям нажимаешь в бой и видишь, что балансировщик собирает другие танки в бой. Не вот эти вот 5 ПТ, 3 ЛТ, 3 арты. А побольше тяжей, побольше СТ, побольше жирных танков, поменьше арты. Ты прям сразу с первого боя видишь, что балансировщик другой. И вот так вот все серваки протыкаешь, как, какие просто тебе доступны по твоему пингу там ниже 100. Все. Ты сразу понимаешь, на каком сервере можно поиграть сейчас. И даже если не доверять моим словам, на каких серверах играть, вы можете просто сами протыкать все серваки, забыть вообще о том, что у вас есть какой-то любимый сервер, просто забудьте это. Если у вас долго игра не идет вообще, просто забудьте, что это ваш любимый сервер. У меня получилось, да, нестабильно, но хоть через раз реально поиграть в картошку. Я даже какую-то закономерность в этом увидел. Каждый понедельник все в говне. Каждую линию фронта рандом конченый. Каждое утро куча арты, играть невозможно. Одни и те же сервера в одно и то же время всегда нормальные. И даже просматривается логика, почему так происходит. Интересно, а если онлайн еще сильнее упадет, картошка будет всегда плохая? Такого я вообще не переживу. В общем, попробуйте реально поменять серваки. Хотя это вы мне советовали сервера менять. Возможно, вы в этом продвинулись дальше. Но может быть кто-то есть у меня на канале, кто залип на каком-то сервере и играет в душную картошку. И просвета в этом никакого не видит, только настроение себе портит. Надеюсь, ты меня услышишь. И хоть с какими-то промежутками поиграешь в нормальную игру. Может, конечно, не всегда, но намного чаще будешь видеть игру в игре, а не жопу. Сочувствую людям, которые играют на евросервере, где всего два сервера. Но там тоже на одном сервере меньше людей, на другом больше. Я бы посоветовал присмотреться к серверу там, где больше людей. Опять же, это все еще зависит от того, на каком уровне вы играете. Эти советы я сейчас говорил про 10 уровень. А на каждом уровне онлайн разный. Самый популярный уровень в игре – восьмой. Он не такой душный, как десятый. Девятый уровень еще тоже не такой душный, как десятый, потому что там балансировщик для него просто приятнее. Поэтому, возможно, мои советы для вас не совсем будут подходить из-за того, что вы играете там, может быть, на третьем уровне. Но я вам подсказал, в какую сторону двигаться хотя бы. На что обратить внимание, чтобы понять, как правильно выбрать сервер. С вами был Варчик, играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.